монстры собираются для лобовой атаки. Дайте им отпор, ведь еще ни один враг не проходил через врата Стамбула. Так, вертолет появляется. Атака плюс один до соседних единиц. Пока мы их прокачать же не можем. Пока не можем. Пехота, вертолет, артиллерия. Полиция. Из-за того, что у нас искажен экран. Непонятно, где он находится. Здесь считается полиция. Да плохо, что мы наводим вроде как сюда, но из-за искажения у нас получается по факту вот здесь должно быть все. Ладно, потом уж в патчах исправится. Так, тем не менее, все равно никому ничего не брать. Радар. Артиллерии можно скорость дать. Будет она у нас. Мы не успеваем ей пользоваться. Либо вездехода. Если у нас не будет вездехода. Ну, на будущее пускай будет. В принципе, это важно. Срочные новости. Дадут ли пришельцы интервью? Земляне, нам тоже неприятны потери, поэтому просим вас в последний раз. Закройте заводы и отключите электричество. Мы пришли спасти вас от самих себя. Сдавайтесь, и вы выживете. У нас есть инструменты, которые мы не жаждем использовать, но так и поступим, если придется. Сдавайтесь, и вы выживете. Сопротивляйтесь, и вам конец. Ха, они боятся. Два раза предложили сдаваться. Да, боятся, но они в отчаянии. Я переживаю, что у них за инструменты. Мы должны быть ко всему готовы. Великий оплот Стамбула никогда не падет. Пусть наносят удар. Выше нос, мэр. Чудища меняют тактику. Решили пойти на нас всей оравой. Что-то здесь не так. Надо быть начеку. Очень много пустыни. Прайд, видимо, пойдет. Так, лаборатория. Две лаборатории. Громпушка. Так, что вообще у нас появилось нового? Стратегическое управление. Дает 3 доллара на постройку штаб-квартиры. Дает за 3 доллара построить штаб-квартиру. Так, хорошо. Штаб-квартира дает один. Науку одну. И оборону, защиту. Громпушка. Экспериментальная артиллерийская установка сверхдальней области действия. Место атаки может переместиться в любую. Посмотрим, куда в любую. Любую точку карты, это, наверное, слишком жестко. Атаки на диапазоне. Вместо атаки может перейти к любой лаборатории. Вот. Любую лабораторию. Так, 3, 2, 5. Дальность хорошая. Атака хорошая. Так, да, наверное, надо. Город-крепость. Технологии здания замедляют кайдзю. Нужен один прорыв. Так, хорошо. Берем громпушку. Появится нам где-то здесь. Да, может быть, и это появится, летающий. В любом случае здесь будем делать громпушку. Вертолет. Атака плюс один до соседних единиц. То есть те, кто рядом будет стоять, у них плюс одна атака должна быть. Пока будет бомбардировщик. Так, здесь пока будет, наверное, зенитка. Ракетная установка.
прямой. Стамбул не знает, как вести войну. Боевые вертолеты стоят на аэродроме в ожидании приказа. Вертолеты не атакуют самостоятельно, зато дают плюс один к атаке всем соседним войскам. Построить штаб-квартиру, чтобы запустить проект колонны снабжения. Колонны снабжения? Запустить проект. Тенеходы всех на земле. А, вот. Наземный отряд, плюс 2, если есть штаб-квартира. Так, хорошо, в принципе, это нужно. Нам, скорее всего, 8 блоков нужно. Это 3. Ладно, сделаем штаб-квартиру. Так, она вот сюда специально прячут. Чтобы ее точно не снесли. Я ее могу снести. Ну, пусть там стоит. Стратегия Сулеймана лучшая. Артиллерию надо поставить. Вертолет. Я толку, но будет плюс 2 урона. Не так круто. Наземное надо. А ракетные установки будут. Биг Донг. Понятно. А вот и второй, как раз вовремя. Так, теряю скорости, нет смысла. Так, здание замедляет кайдзю. Если уход отряда размещается без... Так, вот это, наверное, надо. Сейчас уберем. Какая технология нужна? Военная мощь нужна. Будет военная мощь. Так, здесь что-нибудь крутое. Ну, ракетные, наверное, здесь у нас появится, да, летающие сюда будет. Здесь у нас ракетные будут. Конечно, просто на наземные. Пускай артиллерия стоит. Пехота. Возьмем один вертолет. Так, зенитка не сюда. Это, кстати, надо убрать. Хотя он сейчас погибнет. Так, пускай будет полиция. Превосходно. Подойдет, мы его ударим. Только 10 прорывов надо. Надо хорошенько со всеми справиться. И третий. Пора доставать большие пушки Норд. Пушка готова. Так, научный грант, город, крепость, технология, здание замедляет кайдзю. Это вообще надо бы сделать в лабораторию. Сюда ходить. Ну, пускай пока будет лаборатория. Так, все, это, наверное, едет. Оно не умрет у нас сразу. Там есть про пустыню. Баррикада. Так, военную базу. Шторм. Окружает аэродром эффектом кризиса. Плохо. Но зато нету по пустыне, то что нас снесут. Поэтому в принципе. Можно подъезжать. А, она только у нас только в лабораториях стоит. Дальность 5.
понятно. Здесь он не может никак перемещаться. Хорошо, хорошо. Вертолет туда бы. Ты что такой медленный? Атака плюс 2. Ой, скорость 2. Очень плохо. Нет смысла туда лететь. Слишком много времени займет. Так, артиллерия. Дальность 3. Не поможет. Так, ну, нет, не поможет все равно. Ладно, на будущее. Нож, броня. Или у него нет брони? А у этого нет брони. Воздушный. Ладно, вставай здесь. Так, чем тебя будем тогда останавливать? Так, что-нибудь на контр-атаку. Пока ничего такого серьезного-то и нет. Пускай будет на артиллерия. Ракетка, наверное, не сюда надо ракетную. Я, в принципе, 6 хп снимем. Пушка еще зарядена. Ладно, здесь тогда берем все-таки ракетную установку. Все-таки здесь у нас больше атаки. А здесь контратака бы хорошо помогла. Это будет зенитка. Если что, в другом месте потом создадим еще одну. Так, бомбардировщик. Так, ракетная установка, полиция. Полиция пускай будет. Здесь будет поджигать всякое. Нам было здесь тоже, наверное, полицию взять. Так, всех разнес. Так, как эти походили, нам не показали. Так, ладно, поэтому бьем. 3. 2. 2. Контратака 1. Так, контратаки нет, контратака 1. Так, ну ракетка, наверное, уже сюда можно. Желательно. Если что, мы это потом передвинем сюда. Здесь, наверное, оставим вертолет. Так, силки, кстати, можно, наверное, сейчас использовать. Этот не дойдет. Этот не дойдет. Да, наверное, используем хотя бы. Если за ним есть еще один отряд. Ладно, силки. Странно, почему других не показывает, наверное, все-таки надо здесь убрать отслеживание. Потому что что-то как-то одного показывает, остальных нет.
Такое на мощь. Было бы хорошо. Так этого добить. Можно добить. Да, наверное, добиваем. Так, теперь с этим как-то надо справиться. По-любому снесет, наверное, конечно, нам все. Ну да ладно. Так, кто у нас будет помирать? Пускай летит. Скорость 3, так, контратака 2. А нет, сюда не надо. Как-то так, наверное. Так, ну, наверное, военная мощь. Здесь кто-то будет погибать. В принципе, но все равно кого. Восстановление надо размещение главное взять. Размещение. Пускай полиция будет, если что, тушить. Так, здесь размещение, ракетная установка. Размещение вертолет. Пехота. Так, город-крепость, технологии, так, здание замедляет казю. Да, возьмем, пригодится. Так, мы этого, наверное, так добьем. Пока посмотрим, надо сюда, наверное, перевести. Лучше будет. Так, что эти броня, или что? Воздушная 1, 0. Совсем правильно. Ладно, бьем отсюда. Теперь бьем, наверное, отсюда. А, он по воздушной один, одна атака. Так, хорошо, бьем отсюда. На 3. Этот не успеет. Так, теперь хорошо, наверное, вертолета было бы перелететь. 3 урон. Равно не добьем. А, ну здесь контратака 1, он пойдет туда. Да, перелетаем сюда. Сюда бьем. Он дальше пойдет, правда, у нас все равно снесет силы ветра. Плохо, если он переднего снесет. Так, это, наверное, пойдет направо помогать. Так, это сюда перемещается. Поможет. Артиллерия не поможет, когда она бесполезна. Так, 2-3-2. Так, ну ладно, да, сносим, наверное, так. Сносим отсюда. Так, и пока все, 12 монет. Либо что у нас еще? Еще и вертолет. Thank you.
побыстрее. Так, прорывов пока не так уж и много. По целям, насколько мы должны вообще справиться. Это 13 ходов. Есть сомнения. Так, полет на вертолете. В принципе, нам здесь не нужен. Так, пускай отсюда бьет. Это плохо. Ладно, здесь можно артиллерию, в принципе, поставить. 8 монет нам не поможет. Скорость замедлять нет смысла. Здесь 2 и 2 сейчас вообще добьем. Туда возвращаться теперь. Так, один вертолет налево, один направо. Пускай 8 долларов будет. Закупим. Ну, здесь, конечно, поставить аэродром. Просто купить вертолет. Это слишком долго, наверное, будет. Так, ладно. Что мы будем покупать? Пехота. Бомбардировщик. Да, мы можем все-таки аэродром какой-нибудь поставить. Его снесут отсюда. Нет, 12 не будем тратить. Так и быть. В принципе, 4 мы снесем и так, что сейчас контратак, то есть мы этого добьем, в принципе, нам уже не надо прям стремиться. Теперь здесь надо защищать. Пускаем. В этот раз они действуют безжалостно. Думаешь, они так и будут возвращаться? Так, аэродром вот. Это вот надо бы. Аэродром куда-нибудь сюда. А нет, слишком близко к этому аэродрому. Так, еще 3. Скорее, вон здесь надо будет еще защищать. Здесь так поставим аэродром. Так, все, тут ушел. Так, скорость 3.
Так, у него броня, да? Заслон в течение хода козю в тумане по пустыне или снегу, получает единицу брони. Все, убить смысла нет, только на контратаках. Так, и первый у тебя удар хвостом. Значит, отходим. Скорость, чтобы квартира есть. Это надо, чтобы уже не в пустыне они стояли. Так, этого ждем. Скорость можно замедлить, наверное. Пускай. Это все равно потом дойдет. Так, две контратаки получит. Танков у нас нет замедлять. Уж смысла нету. Так, что-то необычное. Вот такое вообще вылезло. 8. Что это? Конец игры, народ. Конец. Возьмите себя в руки. Поэтому-то кайдзю на нас постоянно нападали. Командир X, почему ты нас не предупредил? А где он, кстати? Навигатор дает одну единицу скорости, если в радиусе двух клеток нет радара. Скорость у него отличная. В принципе, смысла нет этого радара. А, ну у меня там дальше по 3 хп. Тогда имеет смысл. Так, это еще надо добить. Лучше, наверное, уже сюда идти обратно. То мы и так добьем, наверное. Так, уничтожает склад. Так, мы будем уничтожать его здесь. Здесь у него броня идет. Потом это перелетит туда. Это должен будет переехать туда. Так, скорость 3, в принципе, получится с той стороны встать. Так, кто-то один. Скорость 4 таких нет полностью. А, пехота. Тоже 3 скорости. А вот пехота. Все это отсюда пройдет, как раз кино несет еще. Нет, отсюда он сразу не пройдет. Ну, ладно. Так, 4, 7. Здесь так 2 и не несет. 9, 11. Снова за один ход не убьем, ну за второй убьем, ладно. А это значит, сюда пойдем спасать. Так. Пустыня опасна. Здесь у нас уже не считается пустыней. Если его замедлить, здесь же туда, если пустыня уже не считается. Можем замедлить. Угадать, чтобы сделать. Сюда себе не дойдет. Дальше он уничтожит пригород, либо это пригород. То есть ставим либо здесь, либо здесь. Вертолет по центру. Пускай здесь остается. Урон хороший. Радар. Большого толка от него нет. Это хорошо было бы там, наверное, создать. Перенести просто. Полет на вертолете сделать. Либо 8 монет взять. Полет на вертолете, в принципе, хорошо было бы всех сюда.
пока даже не знаю, так, наверное, возвращайся. Ладно, ждем. Ждем тогда. По 8 долларов будет. А, еще плюс одна скорость. А он как раз таки сейчас выйдет на эту зону. Да, как раз таки на зону, где нет пустыни. В принципе, мы здесь его сейчас можем хорошенько побить. Мы получаем сообщение с неопознанного объекта. Земляне, отряд предупреждает вас о полном уничтожении в соответствии с протоколом C552 Центавра. Конец сообщения. Еще посмотрим, кто кого уничтожит странное устройство. Так, колонн снабжения здесь, наверное, нам сейчас понадобится. Плюс 2 атаки, плюс 2 скорости, если лично квартира на нас есть. Заодно и с тем справимся. Вертолет сюда. Вертолет может здесь стоять, потом сюда перелетит. Или сюда, может, нет, сюда он не успеет перелететь. Так, в любом случае, колонна снабжения делаем. Так, бьем на 4. Так, там у нас только на землю бьют 7 урона. 7, хорошо. Бьем на 7. 3 урона, 5, так вот это хорошо ударит. А 6. Контратаки нет, только плохо. Как перемещается тогда. А у нас еще и летающий. Чем беда. Так, нам тогда нужен. Мы уже не заберем. Так, вот этого по воздушной атаке хорошо бьет. Радар. Так, мы встанем сюда. Так, просто не замедляется. Скорость 5. Ладно, давай встанем сюда. Сюда мы 4 снесем. Воздушная 2. Тоже, в принципе, неплохо. Так, по воздуху зенитка. Вертолеты не нужны. Хотя можно было бы сюда тоже поставить несколько. Так, с этим еще надо разобраться. Так, нам и сюда встать. В принципе, у нас наземные только бьют же. Наземные, так что это может сверху ударить. Вертолет сюда. А эти сбоку бьют. Здесь контратака 2. А, нужно опять ударил. Там никого не надо нанимать. Все вертолеты не нужны. 31 монета. Нет смысла что-то строить. Так, вот здесь можно, в принципе, военную базу построить. Плюс 3 нам все равно не понадобится. И 4 может понадобиться. Ладно, оставим. Там и так победим. Если пролом не будет. А, ну все, нам 2 хода осталось. Переждать. Да и у этого скорость-то. И слабенький еще оказался. Но и полностью летающий. Можно было, кстати, сделать без снабжения. Так, 13 ходов. Мы еще и цель выполнили. Прекрасно. И ясно вам, в Стамбуме они не пройдут. Победа.
Получили, получили. Отлично. Миссия выполнена. Новый проект разблокирован архивом Громпушка, стратегическое управление, город-крепость. Превосходный вертолет разблокирован. Громпушка. И все. Давненько мы ничего не называли. Как вам летающий диск? Вы про инопланетный корабль? Это не Кайдзю, его не нужно называть. Конечно, нужно, иначе я так и буду называть его летающим диском. Ох, вас никак не отговорить. Технически это неопознанный летающий объект, НЛО. Но мы же его опознали. Это смертоносный летающий диск пришельцев. НЛО. Flying Hub Cup UFO. Как будто НЛО. Имя подтверждено. Так, что нам дали? Это можно прокачать. Превосходный вертолет. Так, но ему скорость в любом случае надо. Он слишком медленный. Так, ладно, посмотрим, что у нас в следующей миссии. Что прокачаем. Великий шелковый путь.